Проверяем, что действительно сейчас остались в выборке только Германия и Россия. Запускаем Т-тест. Находим интересующую нас переменную. Группирующей переменной выступает страна. Категории группирующие Германия и Россия. Средняя по Германии 37. Средняя по России 42. Смотрим на вторую табличку. Сначала оцениваем по тесту Левине, равны ли дисперсии. Significance меньше 0,05, дисперсии не равны. Значит, смотрим на нижнюю строчку уже в блоке самого Т-теста. Significance, опять-таки, меньше 0,05. Нулевая гипотеза о том, что средние равны, отклоняется. Средние не равны. Но очевидно, что в Германии средняя продолжительность рабочей недели ниже, чем в России. Допустим, теперь перед нами стоит задача выяснить, равны ли средние продолжительности рабочей недели, которую указал для себя респондент, и для партнера, который с ним проживает, с ним или с ней. Это переменная 433 и 505. Допустим, нас интересует уже в целом по Европе. Различаются ли данные, которые респондент для себя указывает, и для партнера по домохозяйству, по браку.